все границы, которые есть в вашей голове. Они только в вашей голове. Границ не существует вообще. Ценности, убеждения, идеи – это все иллюзии, которые продуцирует ваш разум. Тело управляет вашим разумом. Нервная система, центральная нервная система, то есть мозг, в подавляющем большинстве людей не способен контролировать тело. Тело диктует правила мозгу, хотя должно быть наоборот. Исходя из этого диктата, у подавляющего большинства людей и формируются ценности, цели, убеждения, идеи. Только у по-настоящему высших приматов, которыми мы являемся, есть способность контролировать свое тело. А значит, видеть, что нет, абсолютно нет границ. Когда вы осознаете себя свободными от оков тела, от власти тела, вы только тогда по-настоящему становитесь свободными. Этому способствует длительная практика йоги, цигун и другие направления, связанные с глубокой внутренней работой. Все остальное – это ваши иллюзии. Как бы вам неприятно было это слышать, но все остальное – ваши иллюзии. Нет ничего, что нельзя перешагнуть, изменить, преобразить или от чего нельзя отказаться. Все это иллюзии вашего сознания, которое бежит от трудностей, от сложностей. Возьмите эти мои слова на заметку и попробуйте посмотреть на себя, на весь окружающий вас мир под этим углом зрения. И как только вы достигнете этого понимания, тогда будет возможно просветление. Тогда будет возможно настоящее освобождение от этой реальности. В заключение скажу, тело, наше тело, одновременно тот, кто держит нас, сковывает, и одновременно это инструмент для освобождения от этого всего.